Да, Ванечка, зацени, у меня новая прическа, новый так, цвет волос. Ну давай, сейчас посмотрим. Сейчас опять будет... Да это не то, что армяне-визажисты, блядь, наши. Ну, сейчас вот, вот. Значит, смешная ситуация произошла. Я, получается, подъехал к этому дому, где был на метке, и оттуда выехал читер и разбросался деньгами во все стороны. Но деньги я подобрал. Ну, правильно, чё нет. Маша, осталось говно, осталось макияж поправить. Лёха, тебя пинают. Да я вижу. Что говно? Я говорю, осталось макияж поправить. Да я уже поправил, не надо, пожалуйста. Да, чё за глаза вот эти? Smoky eyes. Как? Дымчатые глаза, сейчас очень модно. Обосраться. Да. Потому что Лёха, они... тебе кто-то харю смазал. Все остальное на ней смотрится еще хуже. К сожалению. А зачем ты такую женщину себе выбрала? Так вышло. Странно. Там же надо подбирать. Из родителей. Так что ж ты там, я не знаю. Красиво ты не нашла. Вот, родители не выбирают. Да. В данном случае выбирают. Чё он там орёт? Дайте мне кто-нибудь табло. Но он Лёху отпинал. Да, вообще, сука. Я ему это припомню, я приеду к нему. Я знаю, где он живет. Да-да-да. Все знаем, где он живет. Я не знаю. Я говорю, Маша. Мне настроено. О, Миша не ушел, что ли? Ну, а чем ему слушать нашу будильник? Конечно. Кто это? Откуда вы взяли-то вообще? Ну, это Кирюхин, кореш. Из игры откуда-то. Из игры. А, я скрю даже, да? Господи, долго тут медитировали люди. Я успею кофе налить, как вы думаете? Я думаю, да. Окей. Что-то опять же... Понятно. Мы грибами питаемся. Да, галлюциногенными, что? Тебе надо поближе микрофончик или к чувствительности ему поднять? Не надо. И так все слышно. Иногда, когда ты долго не разговариваешь... Какой начинаем? С первой, с второй, с третьей? С первой, конечно. А что это за херня? Летать надо будет. О, бля. О, Ваня как раз в кондиции нужен. Там чуть-чуть летать. Ну, вот так, я, наверное, тоже покачение поставлю. Глядишь, кофейку сделать, если я еще подойду. Алло, малё. Ну, прибегаем на катер. Там чуваки бегают, убиваем мужичков всех. Собираем пакеты. И убегаем. Да, вот это было очень громко. Нормально. Да? Ну ладно, что ты орёшь-то. Так, Маня, тебе с Ваней. Да блядь. Нет, не блядь. А нам же, нам не на одну эту? Нет, нам на катер, а вам на вертолет. Присаживайся. Говно сраное. Ты смотри, как неторопливо идет. Я всегда так хожу. Зажми ты shift, ёба. Нахер. Ставь давай точку там. Маня на каблуках. Я на каблуках бегаю. И с макияжем, да. Намного лучше. На вертолет точку ставить? Ну конечно. Да. У нас будет вариантов особо не больше. Очень близко тут, кстати. Да? Ну, по карте было близко. Где наш ты же помнишь, как я вожу, да? Да. Так, Кирюха, давай не спешу, сейчас полюсь, ты по налью и подойду. Ага. Так, что сейчас будет весело? Да, я что-то тоже чувствую, сейчас будет. Эпично. А куда... Стесняюсь просить садиться. А, все вижу. Вот аж. Да ладно. Там наш садится. Все, пошли. Ваня, блядь. Тихо. Ой. О, мне повезло. Прикрывайте нас, о, нахуй. О, сели же. Вертолет взорвался, да? Да. Где? А, это, наверное, не очень хорошо. Ваня, не торопись, они еще тоже не подъехали. Да, вижу. Лёша, тебе надо к дерматологу, у тебя что-то с головой. Дерматологу это кожа головы. Ну вот ты видела его голову? Ну мне просто в КВД можно.
Ясно. Я там и так стою, как бы на учете. О, мать. Это... Жаль, нельзя вот сверху, просто вот так, да, мать. О, бог ты. Да ёп. Третий раз одно и то же место. Смотри, видишь, что нам не обязательно приземляться? Ты видишь, да? Да, украдите кокс. Ну как бы, как же его украсить? Серёг, давай уже, наверное, так. Если мы залезем. Да. Вуаля! Вуаля! Да ёпта! Выходить надо! Из вертолёта. Что ж ты сидишь-то? Я так выбежал на улицу. Выходи, Маш. Да еб твою мать. Уже вроде сел, еб. А все равно, бля. Буду низко над водой буду лететь. Хорошо, пролетел. Лёха Кирюху потерял, обожди. Давай. А, что это было? Меня убили. Лёху убили. Ау. И... Выхожу? Прыгай. Прям в нас. И Маня так... Как вы красиво. И на вертолёт на вас. Отлично. Я под водой был. Нормально. Мы подожгли пару скутеров. Хреново. Так, снова вертушку. Доставьте кокс на склад. Еще бы они снаряд не попадают, я не пойму. Будете от полиции. Черт, а это уже печалька. Ой. О, блядь! Кто это в нашу яхту? Пэл. А мы уже дымимся, чё-то. Мы до места-то дотянем? Да. До места, да. Дальше нет. Ну ладно. Это главное. Блин, Лёха, ты заценил уже? Ребята, уходите с палубы. Готовься прыгать. Уходите с палубы. Ваня высоко. Ваня, блядь. Заебись. Лёха, давай заберем их на катере. Не-не-не, я наверху вылечу. Все, что надо, жму. А высоту не набираю. Кстати, можно сюда подстреливать. Можно. Поплавать, то что они ходят в ховер. Выходить? Выходи. Ха, господи. Ваня, ты попробуй посадить его все. Как? Не знаю, но в общем я тебя понял. А что тут за тёлка наркоманская? А, горю. Смотри. А чё, горю-то зачем? Да не... Властво, блядь. Она мне опять зачем-то на скутер села. Ну как жить с ней? Она у тебя какая-то прожигательница жизни, блядь, понимаешь? Ой, не-не-не, не ходи туда, там горит всё. Блин, ну по-другому тут. Всё, потухло тогда. Ой, ебать, я с ножом сейчас всех захуячу. Я пока тут постою, подожду, готов. Летят уже. Интересно, что у них бассейн осушен в джакузи? Наркоша, Аня, зараза, видимо, какая-то. Мой фраг. Ой, стреляет. Да-да, ты там со своим розовым миниганом там. О, вертуха. Она почему-то не приближается. Ага. У меня даже в захват не берет. Вот у меня сейчас с одним вертолетом полицейским было... Я по нему сначала стрелял, снаряды проходят по нему, а потом перестали. Как будто его и нету. Ой, есть блядь. Захват. Блять. Я... Сняла водилу. Вертолета. Да. Все, он убит. Отлично. Есть там аптечка какая-нибудь? Да, да, тут на каждом этаже... Конечно, на каждом не знаю, но... Ну, на верхнем точно. Вот на где верхнем последний есть, спираль. Да. Где там стоит аюки.
Ну, не в каюте, а на мостике. Ну, нашел уже. На втором этаже. Спокойно, я иду снизу. Меня не стрелять. Телк нельзя убивать, который на ковань. Можно, нет, если хочется. Очень хочется. О, господи. Все, уходим. На чем уходить-то? На квадроциклах, ой, на скутерах. На гидроциклах. Да. Вертик летит. Как я. Да спрыгни ты, твою ж, налево-то. Лёх, садишься? Нет? Нет, я всплываю. На скутере поедете, что ли? Да. На катере? На скутере. Кирюк, давай вот, газу. Давайте кто-нибудь на катере будет Я иду, Ваня, осторожно. Вертики снимать. Боже, да сядь. Лёха, ты не пак показывай. Да, я уже вижу. О, Маша, молодец. А меня стреляют. Ты вот слезла бы с кресла и как бы... Не знаю, мне почему-то кажется, что на скутере проще было бы улететь от них. Да, нет. Только если бы еще, блядь, по ним попадать, сука, на скутере. Ну, тут волны, конечно, да. Сейчас попробуй глубже уйти в море. Да и с пистолета-пулемета как-то херово забирается, если честно. Да, господи, эти волны когда не закончатся? Так, ну, вот я там грохнул. Отлично, походу выводил смертно. Ой, ёпта, прям... Полицейские катера, блядь. Еще хуже. Так, ладно. Давай вперед, короче, жми. Ну вот и да. Левее, бери нам куда-нибудь до города, до тачки добраться и вообще похуй не выйти от них. Кстати, пропали из виду. Ага. Мы? Мы. Мигает, реально. У нас тоже мигает, Вань. Да вижу. По каналу мы идем. Кирюха, направо. Да вот пытаюсь. Налево. Все, хорош, хорош, хорош. Правее лучше, верни. Вообще просто, еще бы чуть-чуть, а нам пиздец было бы. На складе тут каком-то нашел машину. Только не задави. Что ж ты не ставишься? Я бы сказал, она больше на бэху похожа. Хотя хуй его знает. Ну, спереди на субарку, сзади на бэху, согласен. Это не я, это машина сюда не едет. Призы не около вас какие-то у меня жесткие. Да, есть такое. Что за наркоман, блядь? Тут все такие. Рони? Рон. Да. Коробочки! Теперь у нас есть коробочки. Супер! Чё, ланчбоксы? Да. Ништяк. С анимешками. Бенто. Вань, а еще раз.
Сколько и на сколько уезжаете? На 2 дня. На 2 дня. Суббота. Следующие выходные. Зато потом понедельник, вторник, выходной будет.